YouTube. Так, смотрите, во-первых, прошу не банить этот ролик за авторские права. И теперь еще отдельно прошу не банить этот ролик и не давать на него никакие ограничения за вот это. Вау, уборку в номер. Я в деле, босс. Ну почему ты такой? Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Вау, что уборку это? В номер. Я в деле, босс. Цифровая блевота? Фу, Ну почему ты такой? Подожди, подожди. Да, уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода. Ты, наверное, прав. Это особо прикольно звучит. Идеальное имя. Ах ты, паразит! Я так-то... Так я... как ты здесь... И вы будете должны поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие... А что они делают? Они... А как они... Клоеньки — это маленькие зорняшки, что крадут все и вся на своем пути! Нет, подожди... Вау! Уборку в номер! Я в деле, босс! Ну почему ты такой? Подожди, подожди. Ангельский пирог? Ням. Ах ты паразит! Я так-то... И вы будете должны поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие! А что они делают? Они... А как они... Клоеньки — это маленькие зорняшки, что крадут все и вся на своем пути! Ух уж это луна шелуница. Капец, я стошнило какими-то пикселями. Уборку в номер. А есть вот тут уборщицы? А, это пузырь. Ну почему ты такой? Отличный уборщик. Подожди, подожди. Ангельский пирог. Можно чуть-чуть помедлить, не успеваю понимать, что ты говоришь. Паразит! Паразит, реально. Кто такой глоник? Вы должны поймать их всех. А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Это я, чёрт. Клоеньки, это маленькие зорняшки, что крадут... Тихо! Не надо! Да почему не радугой? Да, как мерзко. Уборку в номер! Я в деле, босс! Какая гадость! Ну почему ты такой? Какая гадость! Подожди, что это за дверь на выход, которую я там видела? Уверяю вас, не существует никакого волшебного... Ангельский пирог? Ням. Ах ты, паразит! Я так-то... Так как будете должны поймать их всех! А что они такое? А, нет, это не он. Что ты спросил, пузырек? Они маленькие... А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие за... Вау, уборку в номер. Я в деле, босс. Нет, нет, пожалуйста, нет. Нет, я тебя умоляю. Ну почему ты такой? Да, это очень хороший вопрос. Ангельский пирог? Ням. Ах ты, паразит! Он жрет все, я понял. Поймать их всех. А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Заткнись. Они... Как они... Клоеньки. Все зорняшки, что крадут все и вся на своем пути. А, вот как. О да, ребятки. Господи, я вообще просто не понимаю, куда я нахрен попал. Это просто офигеть. О боже. Ну почему ты такой? Не надо. Поймать, мне нравится этот такое? Безумец. Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие зорняшки, что крадут... О, боже. Вау, уборку в номер. Я в деле, босс. Ну почему ты такой? Почему ты такой мерзкий? Что это за дверь на выход, которую я там видела? Фу.
это моя собака, прям, Фубзик, гадость в рот тянет. Теряю вас, ангельский герой. Ах ты паразит! Это моя собака. Это чисто, это я и моя собака в цифровом цирке. Просто один в один попадание. Поймать их всех. А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырёк. Что они такое? А что они делают? Они клоеньки, это... О, фу! Уборку чернила! Я в деле, босс! Ой, боже мой. А-а-а, как это противно! Ну, почему? Почему не такой? Просто... Какая подожди, гадость! Подожди. О, все, убрал. Опять 1000 слов в секунду. Оп, минус тортик. Ах ты, паразит! Что не такое? Рад, что... Во, вот это вопросик, кстати, у меня сразу возник. Ты спросил, пузырек? Они маленькие... А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие задвижки, что... Да, вот погоди, что? Блин, я думал, она будет радугой блевать. Номер. Я в деле, босс. Что? Фу. Ну почему ты такой? Подожди, подожди. Что это за дверь? Это что, первый не кринжовый тренд в этом году? Серьезно? Фу, боже мой. Кстати говоря, мне эта штука прям очень сильно, прям очень сильно напоминает вот эту штуку из Марио. Прям, ну вот как будто бы самую малость копипаста. Хотя персонажи здесь очень колоритные и дизайны запоминаются прям с первого взгляда, что очень клево. Я дизайнерам отдаю свое почтение. Но да ладно. Ангельский пирог. Ням. Да почему ты такой? Я так-то... Так как ты поймать их всех? А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие за дня. Да, Виар он такой, да-да-да. Уборку в номер. Я в деле, босс. Фу, блин. Не, ну вкусно, наверное. Ну почему ты такой? Подожди, ему вкусненько, вкусненько. Ангельский пирог. Ням. Ах ты, паразит! Не поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие! А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие задняшки, что крадут все и вся! Она, кстати, и до этого видела дверь с надписью «Выход», и тогда ее отвлекли, и сейчас тоже. Воу! Уборку в номер! Я в деле, босс! Ну почему ты такой? Я прям вспомнила, боже, как это аниме называется. Как оно называется, там Миллиот, 7 смертных грехов. Там Свинтус был еще. Подожди, подожди. Ангельский пирог. Ням? Ням? Ах ты, паразит! Я так-то... Так как ты здесь, поймать их всех? А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Они... А как они... Да ты дослушай сперва! Клоеньки, это... Постоянно видел она двери выход были? Заметила. Она когда только появилась, она заметила у нее еще была красная дверь выхода, и она распалась. И тут тоже было, походу, они просто не упускают такое ощущение. О, это я, видимо, сблевала из этих перемещений таких. Потому что, видишь, он масштабировал цирк, увеличивал, отдалял, и я, видимо, закружила. Воу! Уборку в номер! Я в деле, босс! Ну почему ты такой? Ангельский пирог? Ням. Ах ты, паразит! Я... Поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырёк! Спасибо. Они маленькие... А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие задняшки. Воу! Уборку в номер! Какая мерзость! Я в деле, босс! Ещё более мерзость. Ну почему ты такой? Подожди, подожди! Да, уверяю вас, не су... Какая отвратительная херня! Не существует никакого волшебного выхода, ангельский пирог! Ням! А, сука! Ах ты, паразит! Вообще, то одно съел, то другое съел, ладно, то говно, это ты зачем взял? Я так-то... Так как поймать их всех? А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они... А, я думал, это они глоньки. Что они делают? Он даже не успел сказать! А как они... Глоньки, это маленькие за... Воу! Уборку в номер! Я в деле, босс! Ну почему ты такой?
Подожди. Уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода. Ангельский пирог? Ням. Ах ты паразит! Поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие! А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие... Выход есть! Они ей наврали. Уборку в номер! Я в деле, босс! А, какая мерзость! Ну почему ты такой? Почему, да? Мне нет ничего добавить. Подожди! Уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода! Какой хороший робот-пылесос. Ангельский пирог? Ням. Ах ты паразит! Я так-то... Поймать их всех! А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие! А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие замки, что крадут... Воу! Воу! Реально воу! Что такое было? Уборку в номер! Я в деле, босс! Фу, второй раз, фу! Что ты такое вообще, нафиг? Ну почему ты такой? Ангельский пирог? Ням. Ах ты паразит! Я так-то... Так как ты здесь, блин, какие все харизматичны, жесть. А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек! Они маленькие! А что они делают? Что? Или это... Это маленькие... Что? Уборку в номер. Я в деле, босс. Ну почему ты такой? Ангельский пирог? Ням. Ах ты паразит! Я так-то... Так как ты здесь новенькая, мы сделаем простое в поймать их всех. А что они такое? Рад, что ты спросил, пузырек. Они маленькие. А что они делают? Они... А как они... Клоеньки, это маленькие затняшки, что крадут все. Хотел здесь провести вечер, но сочтены мои дни. Спи, держусь, и быскорей усни. В этом отеле погасли огни.